Все, поехали. Побеждать, набирать рекорды. Так, двойные монеты у нас такие опять-таки. Тачка прокачанная, более-менее. Решил я, ребята, прокачивать синий автомобильчик, наверное. Вместо багги. Потому что синий автомобильчик, он быстрый. Как багги практически. И стоимость обновлений, улучшений намного дешевле, чем бы я на багги бы тратил бы деньги. Так что, даже если я там потрачу много денег, это не так страшно. Как нежели... Ребятушки, мы бы прокачивали багги. Да, этот тоже был автомобильчик прокачать. Слабенький. Давно-давно я его открыл. Этот автомобиль. Но что-то как-то все руки не доходили его улучшить. Посмотрим. Так, написано, что 2000 метров еще можем проехать. Потихонечку будем улучшать, увеличивать, так сказать, показатели. Рекордики, рекорд будем бить. Надеюсь, у нас получится. Так. Скорость, в принципе, у нас большая. О, надо заехать, надо. Заезжаем. Да. Поиграю сейчас в Хилкрим Крейслинг, а потом поиграю в бабушку Грейни. Немножечко сыграть надо будет. Знаю. Знаю, помню и вижу. Ну вот этот вот. Остановились хорошо мы на этом месте. Потому что могли по голове себе настучать ими. Так. Что у нас тут уже? 1300 метров осталось проехать. Вроде бы немного. Оп, давай-давай, заезжаем. Ой, молодец. Хорошая машинка. Прокачанная, значит. Оп. Все, бензинчик взяли. Это самое главное. Все, и пробуем заехать. Вот, колесики у меня. Стоят противоскользящие. Постараемся побить рекорд. Потому что мне нужна звездочка, чтобы открыть новую карту. Все, едем. Ой, чуть не перевернулись, ребята. Так, давай едем. Ой-ой-ой-ой-ой, да как так? Да что случилось? Да почему? Почему я разбился? Как жаль, я буду повтор делать. Поеду на вот этой штучке. Так, 800 метров у меня. На мотоцикле. Ну тоже такой странный. Что-то его колбасит постоянно. Ну, давай, давай. Все, он хочет перевернуться. Так, опа, шляпа снялась у меня. Офигеть. Ладно, едем без шляпы. Ничего страшного. Блин, такая красивая шляпа была, а? Этого древнего римлянина. Римский легионер. А теперь как этот, как чушок еду. Без шляпы. А, еще перевернись давай. Но, давай. Ё-моё, у него не хватает мощности. Представляешь, заехать. Давай, у тебя получится. Все, заехали. Так, а у меня магнит стоит, круто. Круто. Так, итого, я смотрю, 170 метров, да? 100 метров осталось там до кубка доехать. О, 50 метров. А где я тут стукаюсь, интересно?
А, я здесь стукнулся, нифига себе. Новый рекорд у нас. Здорово. Пошли звездочки. Ну, сейчас мои звездочки собираем. Крутотень, крутотень. Так, пока что у нас 15-ка. 15 тысяч. Сейчас с помощью вот этих денежек побольше насобираем. Вот, здорово. Так, где-то у нас бревно еще такое будет. О, все. Не хватает мощности. Давай попробуем еще раз. Во, получилось. Едем. Так. Ну что ж такое, прокачивать надо будет тебе движок, что ли? Ё-моё, не заехал, вонючий случай. Да что такое? Давай, 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 едем, едем. Ну ё-моё, давай. Да, движок здесь слабый. Вот. Всё, ещё и бензин кончился. Всё, падай. Стукайся башкой. Тыщ. Всё, приехали. Ну что, ребятушки, поехали. Ржавый риф. А, я здесь еще ни разу не ездил. О, главное башкой не стукнуться. Так, едем. Ух ты, отвалилась у меня эта штука. Ё-моё, 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 ё-моё. Нет, башкой стукнулся. Да что ты будешь делать? Я не знал, что эта штука отваливается. Давайте на повтор сыграем. Офигеть. Значит, надо аккуратней. Намного аккуратнее ехать, чем я ехал раньше сразу. Но здесь сложность в чем? В начале игры здесь можно стукаться головой. А потом дальше? Я не знаю, с чем это связано. Не так все сложно. Как бы стукнуться потом будет намного сложнее. Это вот в начале. Да, можно стукнуться. А потом нормально. Главное доехать. У нас не хватает мощности. Все понятно. Все понятно. Ух ты! Машинка превратилась в кабриолет. Офигеть, круто. Так, пузыречек хлопнул. Давай, 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 давай. Но, не. Надо прокачивать. Прокачивать автомобиль вообще мне не прокачанный. Ладно. Разбились. Водитель разбился. Так, давайте выберем тогда другой автомобильчик. Например, вот этот. Вот такой вот. На нем я давно здесь не ездил, кстати. Так, ну голова у меня здесь открыта, поэтому нужно внимательно ехать, чтобы не стукнуться башкой. Опа, все. Главные трудности проехали. Теперь здесь будет полегче нам. Наверное. Так, едем, едем, аккуратно. Заезжаем. О, нормально заехали. Хватило мощности. Так, спускаемся. Здесь асфальтовая дорожка, кстати, проложена. Не знаю, кто прокладывал. Опачки. Есть. Главное бензин здесь взять. Иначе его может не хватить. Ну, давай, 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 давай. Едем, 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 едем. О, заехали. Отлично, отлично. Аккуратненько. Так, вот еще один бензинчик, кстати, рядом лежит. Во. Так, 200 метров у нас остается до кубка. А где же я там что-то не проехал, что-то получается. Так, все, нормально, едем. У нас еще магнит, да? Да, установлен магнит. В этом месте я не могу заехать, получается. Ну, здесь у меня навряд ли хватит. Мощности. Мощности не хватает. Не хватает. Все, и бензинчик, как назло, у нас закончился. Да. Закончился у нас. На мотокроссе мы не ездили здесь. А, нет, ездили. Так, 300 метров. О, все. Я думал, башкой стукнулся. Нет. Еще пока не стукнулся. Опа, вот здесь можно было стукнуться. Ой-ой-ой-ой-ой, все, разбились. Как жалко.